Друзья, всем добрый вечер. Ну что ж, мы начинаем с вами очередную встречу медтехлектория. Очень радостно, что среди вас есть те, кого мы видим уже не в первый раз, что вы уже начинаете сами друг друга узнавать, общаться. Это значит, что, конечно, медтехлекторий начал становиться таким сообществом добрым, приятным, где все-таки что-то больше, чем просто лекции и больше, чем просто наука. Расскажите, пожалуйста, наш традиционный вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, кто у нас в медтехе первый раз. Супер, как вас много. Специально для вас я расскажу, где мы вообще находимся, что это за место такое прекрасное, уникальное. Дело в том, что медтех был создан не так давно, 2 года назад, и он был создан для того, чтобы медицинские разработки и инновации быстрее внедрялись в московское здравоохранение. Вот. Медтех стал оператором гранта мэра Москвы. Вот. И здесь создаются уникальные вещи, удивительные, абсолютно талантливые российские команды научные здесь работают над тем, чтобы создать что-то грандиозное, и чтобы это грандиозное помогло людям и кому-то спасло жизни. Здесь, в медтехе, проходит много разных мероприятий, локального, всероссийского, международного уровня. Все они объединены любовью к науке и тем, чтобы попытаться заглянуть в будущее и понять, что нас вообще ждет, какие будут технологии и что мы вместе с вами можем сделать. И вот медтехлектория — это такой проект, который объединяет всех неравнодушных, всех тех, кому просто интересно, что происходит в науке, в медицине, в мире. И мы собираемся здесь с прекрасными спикерами, которые нам как раз об этом рассказывают. Подробнее о том, благодаря кому, какие у нас информационные партнеры у этого проекта, нам расскажет мой коллега Роман и представит нашего спикера. Спасибо. Собственно, да, меня зовут Роман Переборочков, я руководитель курилки Гутенберга, так скажем, проекта, который является оператором данного лектория, в котором вы в данный момент находитесь. Это мероприятие уже, наверное, 10-е у нас по счету в этом году. Мы ведем его каждые 2 недели. Так что если сегодня было, значит, было 2 недели назад и будет через 2 недели. Так что можете не сомневаться, приходя в четверг, вот, отсчитывая каждые 2 недели сюда. Всегда будет что-то интересное. Сегодня мы будем говорить про биоинженерию. Но прежде чем начать, я немножко скажу про партнеров, благодаря которым данное мероприятие у нас существует. Собственно, про курилку и про себя я уже немножко сказал. Про медтех только что тоже вам рассказали. Кроме этого, наши информационные партнеры Образовач и N+1, поднимите руку, кто знаком с данными средствами массовой информации. Те, кто не знаком, крайне советую почитать, подписаться. Вот особенно как бы и на то, и на другое, на самом деле. Еще один наш партнер — это Alpina Nonfiction, благодаря которой мы в каждое мероприятие вручаем по 3 книжки за самые интересные вопросы. Сегодня у нас книжка, вот как и обычно, тематическая, называется «Редактируя человечество. Революция. CRISPR и новая эра изменения генома». Вот. Благодаря нашему партнеру Alpina Nonfiction мы можем вам дарить эти подарки. И еще один партнер, про которого мы не говорим, и логотип его здесь отсутствует, но он присутствует, это ВКонтакте, благодаря которым существует наша онлайн-трансляция. Вот, и камера в прямом эфире нас в данный момент передает в социальные сети, благодаря чему эту лекцию видит гораздо больше людей, чем присутствует в данный момент вживую. Собственно, все основные моменты я рассказал. Давайте поприветствуем нашего сегодняшнего спикера. Тимур Чернов, научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ, учитель биологии 57-й школы, автор и ведущий YouTube-канала «Наука взрывает мозг». Давайте ему поаплодируем.
Спасибо, спасибо. Всем добрый вечер. И изначально хотелось бы признаться о том, что я не ожидал такой аудитории, которая сегодня сюда пришла. В кулуарах перед лекцией мне удалось пообщаться с теми, кто пришел за час. Вот. И изначально хотелось бы немножко познакомиться, насколько это возможно. Я бы попросил поднять руки школьников, если есть сегодня тут такие. Спасибо большое. А есть ли среди нас студенты биологических, околобиологических и медицинских направлений? Спасибо. А студенты каких-нибудь оторванных от этой темы направлений? Тоже есть. И самое для меня сегодня страшное, есть ли здесь профильные специалисты? А, всего лишь трое? Ничего страшного. А вот, просто лекция подразумевалась научно-популярная. Я не уверен, что профильные специалисты найдут здесь что-то новое, но будем надеяться, что да, потому что никто не может быть всемогущий и всеведущ. Итак, давайте с вами начнем с определения, с момента, где родил Авраам Исаака. Вот, что же такое биоинженерия? Это направление науки, которое в своих исследованиях, в своих методиках воспринимает окружающие наши биологические тела как такие элементы конструктора, скажем так. Точно так же, как делали инженеры, и есть у тебя там клемма, проводочек, ты это все спаиваешь, на выходе получается что-нибудь интересное. Значит, это картинка. Очень люблю всем показывать, ее легко найти в интернете по запросу ГМО «Орудие сатаны». Вот. Но примерно так же на самом деле мы и воспринимаем окружающую биологическую действительность. Разумеется, таким образом мы таких вершин мы еще не достигли, но в принципе вся работа биоинженеров заключается в том, чтобы посмотреть у природы, как оно где что работает, и изогнуть, использовать в таком виде, чтобы на выходе получить какую-либо пользу для себя и человечества. Часто рассказывают про, как уже сказал, отношение к биологическим объектам как к конструктору. Сегодня мы будем с вами говорить про конструирование из молекул, про конструирование из органов, из разных различных организмов. Итак, мы начнем с генетики, как, во-первых, моей специальности, так и тому, чему посвящено, на мой личный профессиональный взгляд, наибольшее количество исследований биоинженерных и в чем мы видим непосредственно уже имеющийся на данный момент, скажем так, продукт. В чем здесь проблема очень серьезная с генетикой в нашем обществе? Значит, давайте с вами смотреть. У каждого из нас есть порядка 100-200 мутаций, которые отличают нас от родителей, а ваших родителей от их родителей. Копирование ДНК в человеческом и не только геноме происходит с очень низким количеством ошибок, но учитывая, что у нас в геноме 4,5 миллиарда буквок, вот, ошибки в любом случае проскальзывают. Почему мы не видим откровенного вырождения, каждое новое поколение, связано это с тем, что большая часть генома у нас заполнена различными, отчасти непонятыми еще фрагментами, отчасти различными застрявшими там вирусами, бессмысленными повторами, и большая часть этих мутаций, она попадает, скажем так, в пустоту, в незначимые участки. Тем не менее, если вы все дружно сдадите медицинский тест на здоровье, то обнаружите, что вы являетесь средним носителем 5-7 патогенных мутаций. И в ситуации, если встречаются два родителя с аналогичными мутациями, это может привести к появлению в потомстве у детей подобных патологий. Еще совсем недавно у человечества, как и в принципе у всех млекопитающих, погибало, не доживало до возраста появления своих собственных детей примерно 70% потомства. Слышали, наверное, русские народные поговорки: один сын не сын, два сына полсына, три сына сын. Это именно про это. На данный момент мы решили так не делать. Мы решили спасать всех, мыть руки, делать прививки. Вот. И с одной стороны, разумеется, это хорошо, с другой стороны, это приводит к накоплению так называемого генетического груза. Большое количество вот этих вот ошибок, они не элиминируются из популяции ввиду того, что организм недостаточно приспособлен к окружающей среде. Вот. И воспроизводятся в следующем поколении с дополнительными вот этими 100-200 мутациями. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто болел воспалением легких хотя бы раз в жизни. В этом зале есть. Отлично. Посмотреть друг на друга. До момента появления в нашем мире антибиотиков вас бы здесь сейчас не существовало. Я бы вот уже два раза умер, например.
Вот, и выхода здесь два. Либо всем дружно вырождаться, три даже, да, либо как в Спарте сбрасывать некрасивых детей, как говорили некрасивые дети в Спарте, ну что, скидываемся, да? Вот, или попытаться каким-то образом поправить эту ситуацию методами, которые у нас на данный момент существуют. И, разумеется, речь здесь пойдет про генную терапию, которую все про это слышали. Вот, но, на мой взгляд, средства массовой информации как-то не очень хорошо работают в плане освещения того, что происходит, как за рубежом, так и в нашей стране. А тем не менее, это уже достаточно продвинутая область. Давайте с вами посмотрим на историю этого процесса, которую мы прям наблюдаем в процессе своей собственной жизни. Когда, кто не знает, когда появился первый, вышедший на рынок медицинский генетический препарат? В каком году? В 90-м прям совсем лихо. Это вы живете в слишком, слишком хорошем мире. А в новостях про это начали писать в районе 22-го года. И прям подавали как удивительное что-то, что-то сверхъестественное. На самом деле первый запатентованный, одобренный в Европе препарат с генотерапевтическим действием был выпущен в 2003 году, и это препарат, который помогает бороться с определенным видом рака. Удалось подобрать под это дело вирусную частицу, которая начинает внутри клеток продуцировать неприятный для клетки белок. Не самый, скажем так, удачный вариант медицинского препарата. Выяснилось то, что действует он не на отлично, но до сих пор его используют в качестве терапии, сопутствующей химиотерапии. Следующее достаточно известное событие – это 2012 год. Препарат с торговым названием Глибера, который помогает при дефиците липопротеин-липазы. Это достаточно неприятное заболевание, которое дает серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, от которого можно умереть в достаточно раннем возрасте. Препарат модифицирует часть клеток организма больного, и человек научается, тяжело сказать, научается, и приобретает возможность синтезировать все необходимое самостоятельно. Далее, 17-й год, лекарство от врожденного амавроза Лера. Что это такое? Это тоже неприятная штуковина, которая в достаточно юном возрасте приводит к атрофии зрительного нерва. То есть человек полностью дееспособен, в сознании, все с ним хорошо, но он постепенно теряет зрение, и традиционными стандартными методами его никаким образом не вернуть. Вот, но есть теперь у нас препарат от этого. 2018 год, наследственный амилоидоз. Слышали, наверное, про заболевания мозга различные, когда накапливаются белки в нашем организме, с которыми нервные клетки не могут ничего сделать. Они скапливаются в такие бляшки, образования амилоидные, и разрастаются до такого момента, что клетка перестает нормально функционировать. Так вот, насчет этого препарата хотелось бы сказать подробнее, потому что это не непосредственно генетически меняющий, да, делающий из человека страшное ГМО, а это препарат, который основан на действии естественных механизмов регулирования экспрессии различных генов. У нас есть в клетках возможность подавлять экспрессию, то есть производство каких-то белков с помощью коротеньких РНК, и организмы пользуются этим, бактерии этим пользуются для того, чтобы, например, вирусы глушить, которые в них попадают. Так вот, выяснилось то, что если мы подберем необходимые последовательности коротенькие РНК и внедрим, специальным образом доставим их в нужные клетки, в данном случае нервные клетки, то существенным образом падает экспрессия этих белков, которые впоследствии слипаются и выводят клетку из нормальной жизнедеятельности. Далее, про то, что уже писали в СМИ, вот до этого это как-то я пытался найти на различных сайтах статьи, посвященные информационных, скажем так, до 2019 года, вот все, что до этого, оно прошло для мировой общественности как-то незамечено. Вот, про препарат от спинальной мышечной атрофии писали очень много и в русскоязычных, и в зарубежных СМИ, вот, и восхваляя, и критически. Критика была посвящена тому, что препарат Золгенс стоит какое-то чудовищное количество миллионов долларов за одну инъекцию. И смысл тратить на, там, я не знаю, 15 человек в стране, на самом деле не 15, чуть больше, на их лечение, эти средства, если можно на те же деньги, не знаю, там,
Африку накормить, скажем так. Вот. И действительно большая проблема ДНК-препаратов в том, что они стоят каких-то чудовищных средств. Причем есть интересная история. Разработать ДНК-препарат стоит примерно столько же, как и, я не знаю, любое другое лекарство, какой-нибудь аналог нафтизина. Но все мы знаем, сколько стоит нафтизин, и все мы знаем, что ДНК-терапия стоит $1 миллион за один укол. В чем здесь причина? Вот. Дело в том, что в конечную цену продукта медицинского препарата входит разработка, которая делится, скажем так, на возможный оборот этого препарата. И если вы делаете, там, я не знаю, какой-нибудь новый антибиотик, а еще лучше какое-нибудь средство от давления, то его люди будут покупать, покупать и покупать. И людей, которые страдают этим заболеванием, достаточно много, вы сможете при низкой цене препарата отбить свои затраты. В ситуации, если вы делаете препарат для очень малого количества населения, более того, да, все вот эти вот ДНК-препараты один раз укололся и больше не болеешь. Вот. Соответственно, необходимо делить, скажем так, ту же самую стоимость на значительно меньшее количество упаковок препарата. Вот. Это вызывает определенные проблемы, скажем так, при реализации. Но, тем не менее, любая из технологий в нашем мире, если вы можете заметить, она с каждым годом дешевеет. Поэтому не равен час, когда подобным средством можно будет уколоться в поликлинике по ОМС. Я вот жду этого момента. Так, далее. Также активно писали про два препарата в 2022 году от разных типов гемофилии. Напомню, гемофилия — это болезнь несвертываемости крови. Слышали, наверное, про царевича Алексея, который ей страдал. Проблема у людей с этим заболеванием в том, что у них отсутствует один из факторов свертывания крови, и любой порез, даже минимальный, может привести к бесконечно длительному кровотечению, которое приведет к смерти. Облегчать состояние этих людей научились уже достаточно давно. Мы можем воспользоваться факторами свертывания крови, которые выделены из крови доноров, очистить их и раз в несколько месяцев вливать кровоток больных людей. Но в любом случае это постоянное вмешательство в организм, и достаточно долго нельзя отходить далеко от больнички, потому что в ситуации, если процедура пропущена, то состояние восстанавливается. Появившиеся же препараты способны одной инъекцией заставить, кстати говоря, клетки печени, характерные для изначального синтеза подобного фактора, его производить, и человек становится абсолютно автономен. Это ли не чудо? И препарат в тот же год, вышедший на рынок, который селективно настроен для того, чтобы губить клетки рака мочевого пузыря. Вот про него, кстати, мы тоже мало писали. Значит, зачем я привожу историю по датам? Это те препараты, которые уже вышли на рынок. На данный момент тестируются сотни подобных препаратов на разных стадиях клинических исследований, и в ближайшие годы мы будем наблюдать все больше и больше их выход каждый год. Это действительно то будущее, которое уже наступило. Не все наши заболевания, они имеют стопроцентную, скажем так, генетическую обусловленность. Есть заболевания с разным вкладом. Понятно, вот, например, цинга здесь приведена в качестве абсолютно опосредованного средой фактора. Вот. Но не каждое заболевание мы можем вылечить таким образом. Более того, есть заболевания, которые, скорее всего, не будут вторжение в геном человека. Это несмотря на отработанность данной технологии, в любом случае риск. Подробнее про это поговорим чуть позже. Вот. Но есть у нас что сказать и по поводу не полностью генетически обусловленных заболеваний. Значит, например, данная картинка с одного из сайтов, который предлагает нам посмотреть, что же у нас там в геноме находится. И есть заболевания, которые не очень сильно страшные, с этим долго живут, долго и мучительно, но от них не умирают. Например, склонность к кариесу, она генетически обусловлена. Понятно, что если вы будете чистить зубки утром и вечером, если не будете чистить зубки утром и вечером, у вас будет разное количество зубов. Но, тем не менее, есть люди изначально склонные, изначально не склонные к этому. Есть ли, кстати говоря, среди нас кто-нибудь без единой пломбы во рту? Есть эти счастливые люди? Вот посмотрите все на этого человека и на другого человека. Вот. И после лекции подходите знакомиться, носители удивительных полиморфизмов. Вот. Мне с этим делом крайне не повезло. У меня есть дома на компьютере мой полный геном, и я практически джекпот сорвал, собрал практически все из возможных негативных полиморфизмов по этому поводу. Вот. И
Параллельно с этим у меня есть очень хороший знакомый коллега-одногодка, у которого все отлично с зубами. И несколько лет назад он сломал себе четверку внизу справа, открывая пиво. Вот. Я пюрешку кушаю особо тщательно, аккуратненько, на всякий случай, как бы чего не вышло. Вот. Причем как бы я спрашивал, ну что ты будешь имплантировать? Он говорит, зачем, у них так много, один больше, один меньше. Вот. Но, тем не менее, да, даже с подобными вещами мы можем, как сказать, улучшать состояние людей, потому что мы теперь можем заранее знать, есть они у вас или нет, до момента начала их распространения. Здесь у нас генетическое тестирование, разумеется, выходит на первый план. Стоит, наверное, в столь юной аудитории рассказать про осознанное родительство. Это когда вместо того, чтобы играть в эту генетическую лотерею, вы первоначально сдаете на возможные у вас полиморфизмы тесты и в ситуации либо принимаете осознанные риски, либо думаете, что с этим делать дальше. И биоинженеры также стали, значит, на путь борьбы с этими печальными, досадными заболеваниями. Например, Китай сейчас тестирует прививку от кариеса. Вот, каким образом она должна работать? У нас кариес вызывает достаточно широко известная бактерия, которая живет во рту. И есть люди, ну, грубо говоря, с разной кувалдоемкостью эмали. Вот, какую-то нужно проедать часами и ночами, а кого-то только поселился, и сразу же дыра разрастается. Вот, разрабатывается эндоназальная вакцина, тоже на которая должна модифицировать клетки иммунитета, четко настроив их на бактерии, и они будут максимально быстро, обнаружив патогенные бактерии в ротовой полости, их уничтожать. Пока что это все тестируется на животных, но по лаборатории в Китае бегают совершенно белозубые мыши и крысы, питающиеся исключительно шоколадом и другими сладостями. Вот, очень-очень жду. Далее. Мы можем бороться с заболеваниями постфактум, если человек родился с неудачным, скажем так, генотипом. Но мысли, чаяния, исследования ученых, разумеется, направлены на предотвращение подобных патологий. В подавляющем большинстве стран мира данные технологии запрещены к использованию непосредственно в, скажем так, окружающей среде, потому что есть все-таки опасность. Сейчас расскажу, какая. Но все мы, наверное, помним историю про китайский эксперимент с двумя близнецами Лулу и Нана. Да? Он был абсолютно аморальный со всех точек зрения. В клинику по планированию семьи обратилась семейная пара, и мужчина этой семейной пары был носителем вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. И на консультации они интересовались, можно ли в подобной ситуации родить здорового ребенка. На самом деле, на данный момент у нас есть достаточно давно есть методы, которые с ВИЧ, с гепатитом позволяют родить здоровых детей. Во-первых, антиретровирусная терапия, которая снижает титры до практически нулевого значения, до необнаруживаемого. Во-вторых, половой материал можно отмыть различными способами, провести оплодотворение вне тела. Но доктор им сказал, ребята, единственное, что вам поможет, это генетическая терапия. Есть мутация, действительно, 32 дельта, которая носители этой мутации в гомозиготном состоянии, когда у нас две копии гены изменены, у них нет необходимых белков на поверхности клеток, и вирус просто не может присоединиться к клетке для того, чтобы внедрить в нее свой геном. И он предложил этим милым людям модифицировать генетически своих собственных детей. В результате родились две монозиготные близняшки. На данный момент, значит, доктор посажен, детям сменено имя, чтобы никто их не нашел. Вот. Но по обрывочным данным мы знаем, что у одной из девочек из этой пары отлично, хорошо, замечательно в нужное место прошла вставка в две пары хромосом гомологичных. Вот. А со второй есть некоторые интересные проблемы. Одна из вставок внедрилась туда, куда нужно, а второй, вот этот вот ген, он промахнулся и попал на негомологичную хромосому. С точки зрения жизни конкретно этого ребенка, скорее всего, у него все будет хорошо. Но наличие последовательности одинаковых на негомологичных хромосомах в перспективе может привести к серьезным геномным мутациям в процессе созревания половых клеток этой девочки. И несмотря на то, что вот тот, кто задаст наиболее интересный вопрос, почитает про CRISPR-Cas в книжке Alpine Nonfiction,
несмотря на то, что это очень точная технология, которая дает, ну, значит, крайне низкие доли процентов ошибок, когда мы с вами производим какую-нибудь вакцину или там, я не знаю, работаем с куриными эмбрионами, то у нас вот это вот маленькое количество ошибок, мы просто можем выбросить ведро. Вот. А в ситуации, когда вы внедряетесь в геном человека, каждый из этих ошибок будет рожденным человеком. Да? Поэтому на данный момент я считаю приторможение, как бы, так сказать, с этой технологией вполне оправданным. Но, тем не менее, скорее всего, в недалеком будущем мы сможем исправлять и кариес, и врожденную миопию, например, и прочие другие вещи, с которыми, которые сейчас генетически не терапевтируют, потому что с этим можно жить, но, тем не менее, не очень сильно хотелось бы. И очень часто в различного рода фэнтези, кино и книгах можно прочитать, посмотреть про ситуацию, когда приходит центр планирования семьи пары и говорит: так, мы, значит, хотим, чтобы носик был такой, да, чтобы, значит, волосики светленькие, глазки голубые. Вот. И в эту сторону, на самом деле, научная мысль тоже движется, но это, я бы сказал, еще через следующая стадия. Далее, совсем не скрепная у нас информация. Возможно, вы видели публикацию относительно недавнюю про британского ребенка от трех родителей. Вот. Но был случай несколько раньше, еще в 2016 году, а технология вообще известна как мысль, скажем так, еще с 80-х годов. Сразу после того, как исследователи научились клонировать достаточно простых организмов, всяких лягушек, других амфибий, появилась идея, что можно менять митохондрию в клетках. Напомним, что у нас генетическая информация в клетке, большая ее часть сосредоточена в ядре клетки, но также у нас есть митохондрия. Это органоид, который отвечает за, грубо говоря, энергетику клетки, как пишут в школьных учебниках, энергетическая станция клетки. У нее есть свой собственный кольцевой геном, и там тоже могут происходить мутации. Часто их не видно, скажем так, на фенотипе человека по причине того, что митохондрий в организме много, в каждой клетке их много, и часть из них может быть сломана, часть может функционировать нормально. Ситуация такая называется гетеропластия. Но если у вас есть какая-то доля этих митохондрий, и вы являетесь женщиной, хотите родить ребенка, то высока вероятность, что в эмбрион попадет большая часть непосредственно сломанных митохондрий, и это вызывает серьезные проблемы. Например, семья, которая в 2016, ну, чуть раньше, скажем так, согласилась на подобную терапию, она до этого уже родила двух детей самостоятельно, и каждый из них умер в возрасте до года от проблем непосредственно с обменом веществ. Вот. Что было сделано, показано у нас на слайде. Берется непосредственно материал отца и мамы, и берется еще дополнительно яйцеклетка донорская, в которой совершенно точно все хорошо с митохондриями. Для того, чтобы клетки развивались синхронно, материал старость, все. Генетический материал проходит определенные изменения в процессе оплодотворения. И донорскую, и яйцеклетку, непосредственно из которой, которая взята от родителей, их одновременно оплодотворяют. И еще на стадии так называемых пронуклеусов вынимают генетический материал будущего ребенка из яйцеклетки родителей, вынимают генетический материал из донорской яйцеклетки и внедряют вот эти два пронуклеуса, ну, грубо говоря, геном в донорскую яйцеклетку. В результате у нас ребенок на 99.999% является ребенком непосредственно родителю, у которых он рождается, и только маленькая кольцевая ДНК в митохондриях оказывается замененной. И подобные дети с 2016 года рождаются в разных странах мира без патологии, на которую они изначально были бы обречены. Далее, давайте с вами про органы поговорим. Вот есть известная поговорка, что Бог придумал людей, но не придумал к ним запасных частей. Мы, как бы инженеры, которые воспринимают всю окружающую реальность как конструктор, очень хотели бы менять людям различные органы. Слышали, наверное, про различных американских олигархов, которые там по 7 раз пересаживают себе донорские сердца и доживают до более чем 100 лет. Вот. Хотелось бы, чтобы как-то расширить эту технологию. И есть два основных направления, в рамках которых работают исследователи. Это биопринтинг и ксенотрансплантация. Страшные слова. Вот. На слайде у нас чужой против хищника, если кто не знает. Вот. Их великое сражение.
И давайте по очереди поговорим про то, и что, а потом расскажу, что лучше используется. Значит, вы, наверное, слышали про биопринтинг, 3D-печать, прям клетками можно печатать, значит, и прям у вас и такое, и сякое. И, как вот разговаривали в кулуарах, каждый год обещают напечатать что-нибудь очень хорошее, обещают, под это гранты выделяются. Вот, есть очень серьезная большая проблема в том, что, да, мы теперь можем понимать, делать очень тонкие срезы 3D-модели, понимать клетки, каких тканей находятся на какой точной позиции. Мы умеем в различные гели, коллагеновые или альгатные из водорослей, все это дело заряжать, и потом это даже относительно срастается. Но проблема в том, что пока что печать сложных органов нам недоступна. Мы можем печатать что-нибудь относительно простое, но если мы хотим напечатать трансфузионный орган, через который идет большой ток, или там с серьезной, скажем так, эндокринной или экзокринной нагрузкой, после подключения этого органа непосредственно к кровотоку или к организму, клетки не успевают адаптироваться, набрать достаточное количество контактов, ну и, по всей видимости, просто задыхаются. А вот, тем не менее, да, что-то мы уже умеем печатать. Мы умеем печатать некоторые аналоги кожи, как бы так сказать, не все клеточки там приживаются, но тем не менее очень неплохо выходит. Мы умеем печатать хрящи и кости. Была относительно недавно напечатана фрагмент трахеи очень качественный. В чем здесь причина? Клетки, из которых состоят эти органы, они требуют достаточно низкого количества питания, они требуют не так требовательны к кислороду, поэтому они успевают образовать здоровый орган после печати. Вот. А все вот эти вот, я закончил вуз в 2015 году, и еще вот нам на парах рассказывали о том, что вот-вот-вот в следующем году напечатают там почку или еще что-то в этом духе. Вот. Прошло практически 10 лет. Нет. Уши можем, хрящи можем. Вот. Остальное пока что нет. Какие еще есть идеи? Если не удается напечатать, потому что, смотрите, сразу нужно собрать, и все клетки должны сразу заработать. Кстати, обратите внимание, что никто не предлагает глаз напечатать. Глаз — это чудовищно сложная структура с самыми узенькими, тоненькими в нашем организме капиллярами. Параллельно с этим, даже если удастся его напечатать, его нужно как-то к зрительному нерву подпаяться. Да? Там очень интересная геометрия процесса того, как проходят у нас от сетчатки в мозг непосредственно данные. Вот, на это пока что даже никто не замахивается. Но что предлагают? Давайте мы с вами возьмем этот орган, вырастим. Вот, мы же с вами знаем уже, какие клетки, на какой стадии, как специализируются, какие факторы нужны. Вот, мы можем все это дело в пробирке смешать, и вот у нас вырастим, там, я не знаю, ту же самую почку, например. Выходит, но пока что не очень хорошо. Действительно, с каждым годом растет количество статей по тому, как формируют так называемые органоиды. Здесь есть очень большая проблема в термине, потому что органоид — это еще и субъединицы клетки, да? И маленькие органы, органчики, наверное, их правильно называть. Вот. Но, тем не менее, мы достигли определенных высот в этом деле, и можно сформировать маленькую почку. Да? Можно маленький мозг сформировать, и там идет даже дифференциация, так же, как в определенных зонах мозга. Вот. Но это очень-очень далеко еще от реальности. Есть интересные работы по формированию зуба. Вот с зубами вообще большая подстава по причине того, что это очень сложный с точки зрения эмбриологии продукт, скажем так. В нем задействованы все зародышевые листки, там огромное количество миграций клеток происходит в процессе его формирования. Вот. Но, тем не менее, можно подобрать клетки-предшественники, вот, разрезать десну, проковыряться в кость, туда это дело вставить, зашить, и начинает формироваться новый зуб, вылезает, правда, раза в 4 меньше зуба естественного. Вот. Но, тем не менее, подобное выращивание зубов мышей внутри мышей вот, на данный момент проводится. Осталось подтянуть эту модель до того, чтобы она формировала нормальные органы, а не игрушечные. Еще одна интересная история, которой занимаются непосредственно в моей лаборатории, это история с выращиванием органов, скажем так, на матрице другого органа. Мы можем взять орган, который нам хочется заменить у животного, например,
да, и попытаться на его базе сделать что-нибудь такое на нас похожее. Как это делается? Первоначально орган необходимо отмыть от всех клеток чужеродного организма, децеллюляризировать, то есть избавиться от клеток. Это делается достаточно просто. Берутся поверхностно-активные вещества, грубо говоря, моющее средство, и несколько часов на мешалке, вот эта штука, как в стиральной машине, в общем, если возьмете бычье свиное сердце, насыпите порошка в стиральную машинку, еще какой-нибудь хлорочки, запустите на прям такой интенсивный режим хлопкового белья, вы децеллюляризируете прямо в стиральной машинке сердце. А дальше сложности. Клетки отмываются, вся мембрана отваливаются, белки тоже сходят, и у нас остается только матрикс, так называемый, межклеточный. Но, грубо говоря, зачем это делается, там остаются ячейки, слоты под клетки. И идея в том, чтобы взять, культивировать человеческие клетки, необходимых тканей для заселения этого органа, грубо говоря, сверху насыпать, а дальше они уже как-нибудь сами разберутся, на места сядут, и мы получим человеческое, грубо говоря, сердце на матрице свиного сердца. Не выходит пока что ни в мире, ни у нас конкретно. Так, прошу прощения. Вот, опять-таки, достаточно простые плоские структуры можем делать. Можем отмыть чью-нибудь кожу, в чашку Петри положить, насыпать туда клеток, они найдут свои места и прирастут. Если это сложный орган со сложной системой кровообращения внутри, во-первых, клетки очень не любят залазить внутрь вот этого матрикса, потому что чаще всего они передвигаются по пути, по концентрации, где выше концентрация кислорода, ведь анаэробные слои их ничем не заманишь. Вот. Во-вторых, не успевают и помирают. Но, тем не менее, да, опять-таки, точно так же, как с биопринтингом, достаточно маленькие фрагменты, там, я не знаю, какие фрагменты сердечных клапанов и прочее, мы таким образом формировать можем. Далее. Логотип, кстати говоря, моего канала, на который мы тоже всем вам предложим подписаться. Почему планирую рассказывать про биоинженерию? Я выбрал вот этого сказочного европейского персонажа, потому что он очень качественно, на мой взгляд, демонстрирует непосредственно, да, идею биоинженерии, когда мы можем из разных частей, разных организмов взять и составить что-нибудь такое интересненькое. Вот. Кроме вот этого вот биопринтинга и простирование сердца в стиральной машинке, а также создают химерных и гуманизированных животных. Давайте с вами вспомним, что такое химера. Изначально из культуры это там, сфинкс, например, да, организм, который составлен из разных частей разных животных. В биологии под химерой подразумевают организмы, которые включают в себя различные типы клеток различных живых организмов. И какая еще была идея после того, как не удалось вырастить мозги непосредственно в пробирке, а давайте мы вырастим человеческий орган в другом организме. Мы сейчас очень хорошо знаем о том, каким образом какая клетка куда мигрирует, что делает. И поэтому почему бы нам не взять на достаточно ранней стадии развития, например, свиной эмбрион, выковырнуть из него клетки, которые должны участвовать в перспективе за формирование сердца, и вставить туда человеческие клетки, причем конкретного пациента. В результате, если этот организм разовьется, то это будет свинья, содержащая прям вот сердце, исключительно состоящее из любой другой орган, из клеток конкретного человека. Подобная процедура считается вообще сверхгениальной и прекрасной, удобной, потому что органы, у тебя не будет отторжения на свои собственные клетки. Но было очень хорошо, красиво это все прописано. Идеологами выяснилось то, что в процессе развития клетки очень любят мигрировать и переползать с места на место. И на подобных химерных организмах получено огромное количество материала по эмбриологии, связанное с формированием всего этого дела, но пока что ни одного чисто человеческого сердца почки таким образом не было получено. Они будут в любом случае загрязнены клетками непосредственно животного, в котором выращивается. Интересные получены данные по тому, как клетки разных организмов внутри одного тела коммуницируют, значит, адгезируют, обмениваются какой-то информацией, но, тем не менее, нет, такая пересадки пока что ничего пригодного таким образом не было получено. И поэтому исследователи пошли другим путем. А давайте мы с вами гуманизируем животный организм. Что такое гуманизация? Все после курса школы знают, что это что-то про человека, да, про человечность, наверное. Ну и на самом деле дословно можно
перевести этот термин как «очеловечивание». Давайте мы очеловечим мышь или свинью. И дело здесь не в прямохождении, противопоставленном пальце и способности к абстрактным действиям. Дело здесь в биохимии. И достаточно давно работают с линиями гуманизированных животных. Например, мы можем генетически модифицировать мышку и научить ее болеть, например, диабетом или, там, я не знаю, Альцгеймером. Вставив в нее наши с вами биохимические пути, благодаря чему она будет использоваться в качестве модельного объекта. Также можно взять и поменять в организме другого вида система, отвечающая за распознавание, для того, чтобы наша иммунная система не воспринимала подобный орган слишком чужеродно. И вот здесь на самом деле есть много чего интересного, опять-таки связанное со свиньями. Кстати говоря, почему именно свиней используют для всяких подобных ксенотрансплантаций и прочего? Вот вы, спойлер. Обычно говорят, что генетически похожи. Есть большое заблуждение, и в СМИ про это говорят, что мы со свиньями просто близнецы-братья, как Ленин и партия. Да? Вот, на самом деле свиные органы нам подходят не генетически, а, если так можно выразиться, геометрически. Они похожего размера и удачно вставляются в человека. Если говорить про генетику, то, конечно же, ближе всего к нам приматы, совсем близко человекообразные приматы, но ты попробуй этого примата вырасти, выкорми, рожают они одного детеныша раз в несколько лет. В общем, это все очень дорого, страшно. А свинья плодится как с пулемета, очень быстро растет, очень удобно. Так вот, значит, про ксенотрансплантацию органов от гуманизированных животных. По-моему, не говорил, ксенотрансплантация – это трансплантация от чужеродного организма. В 2020 году в США было официально одобрено использование ГМО животных не только в пищу, но и для различных медицинских целей. И обратите внимание, да, это был запрос, скажем так, общественный, медицинский, потому что уже в 2021 году были получены почки от гуманизированной свиньи, и был проведен интересный, скажем так, эксперимент первоначальный. Не рискнули сразу их пересаживать живому человеку, поэтому был выбран человек, пострадавший в автомобильной катастрофе, который находился на жизнеобеспечении, аппаратах жизнеобеспечения, но было достоверно известно, что мозг его мертв. И родственники дали согласие на эксперимент. Функционирующему как живой организм, но мертвому человеку провели операцию по пересадке почек. Потому что очень много было там вопросов, связанных не только с отторжением, но у свиней, например, уровень давления ниже, они все гипотоники. Вот. Поэтому было непонятно вообще, как бы, не взорвутся ли они, там тоже есть достаточно каналы маленькие, тем более в почках, принудительно для того, чтобы фильтровывалась жидкость, давление повышается. Вот. И на протяжении нескольких суток над этим человеком наблюдали, никаких следов отторжения было не выявлено, почки фильтровали мочу, одна чуть лучше, другая чуть хуже. Вот, всем понравилось. Далее, про это вы, наверное, слышали уже в СМИ. Достаточно громкая была история про первый эксперимент по пересадке сердца Дэвиду Беннету. Кажется, ему было 57 лет. И он стоял в очереди на донорское человеческое сердце. Но я не знаю, в курсе вы или нет. При распределении донорских органов важен твой рейтинг, скажем так, в списке. И распределяют там людей по уровню, как бы так сказать, спасенных человека лет возможных. То есть чем моложе вы, тем вы будете выше в этом списке, чем меньше у вас других сопутствующих заболеваний, тем тоже вы будете в этом списке. Вот. Соответственно, если вы не молоды и у вас есть, не дай бог, диабет или еще что-нибудь, да, вероятность того, что вам спасут большое количество лет, она низка, и вы, ну вот если только прям совсем сердца начнут с неба падать, их получите. Поэтому данный человек согласился, ему пересадили донорское свиное, скажем так, сердце гуманизированной свиньи. У свиньи было удалено 4 собственных свиных гена, добавлено 6 человеческих для того, чтобы оно хуже отторгалось. И первое время все было вообще замечательно. Никакого отторжения, все хорошо. А вот через некоторое время у него поднялась температура, и исследователи обнаружили свою собственную ошибку. Никто вообще не подозревал, что это тоже нужно проверять. Свинья была выращена специально для этого человека. Произошло огромное количество тестов, ее здоровье и всего остального, но свинью не проверили на свиные вирусы.
Потому что большинством свиных заболеваний мы с вами не болеем. Однако человек при пересадке дает большое количество иммуносупрессоров, которые снижают уровень непосредственно иммунитета. И вместе с донорским сердцем ему пересадили свиной цитомегаловирус, который, собственно, и сердце, и человека приговорил к смерти. Тем не менее, теперь мы про это знаем и дальше пошли. В следующем году, в 23-м году, еще одна была попытка пересадки сердца по аналогичной технологии. На этот раз, я подозреваю, на все вирусы и все сопутствующие проблемы сердца было проверено. Несколько месяцев человек жил с сердцем без каких-либо проблем. После этого начались ухудшения здоровья, и человек все-таки умер. Но если читать, значит, статьи по этому поводу, по всей видимости, сыграла роль сопутствующие заболевания по причине того, что пересадка сердца — это все-таки серьезная процедура. Человек не удалось спасти, но тем не менее этот эксперимент был признан, скажем так, удачным, насколько это возможно. В 2024 году, несмотря на то, что он постепенно подходит к концу, мы пока что новостей про новые пересадки не видим, не слышим. Думаю, что исследователи взяли тайм-аут, скажем так, но, тем не менее, это на данный момент одна из наиболее перспективных технологий в ситуации сложно устроенных, скажем так, органов. Далее, что еще мы можем делать? Мы можем не только составлять, играть в конструктор, мы еще можем заниматься, скажем так, природной информатикой и перепрограммировать, репрограммировать клетки, когда они изначально были рождены для одного, а мы подвергли их манипуляциям и заставили их делать другое. Возможно, вы слышали про знаменитый коктейль Яманаки. Слышали про коктейль Яманаки? Это японский исследователь, который впервые смог провернуть фарш клеточной специализации назад. В процессе нашего развития онтогенетического у нас есть клетка первая, зигота, из которой можно вырастить абсолютно все, что угодно. Постепенно она делится, клетки ее постепенно теряют потенциал к специализации и специализируются в какой-то определенный тип ткани, дальнейшем. Если вы в взрослом живом человеке попробуете, выковырнуть клетку какой-нибудь кости и засунуть ее в мышцу, она не станет мышечной клеткой. Что сделал непосредственно этот исследователь? Он подобрал определенную концентрацию и состав того, что впоследствии назовут коктейлем Яманаки. Это 4 фактора клеточных. Грубо говоря, инкубировал, прополоскал в них клетки. И клетки забыли о том, что они специализировались. Они омолодились и стали снова готовы к новым вариантам своего развития. Эти клетки были внедрены в эмбрион на определенных стадиях развития и специализировали в зависимости от того, в каком месте они оказались. В 2012, если не путаю, году исследователь получил Нобелевскую премию за подобную историю. Что мы можем делать теперь? Мы можем брать соматические клетки человека, прямо из любого органа, обрабатывать их подобными составами, и при определенных травмах, таким образом сейчас пытаются, например, разобщение спинного мозга лечить. То есть если у вас есть травма спинного мозга, возможно, вы знаете, можно потерять чувствительность либо возможность движения всеми частями тела, которые находятся ниже травмы. Нервные клетки, все слышали, что нервные клетки не восстанавливаются, на самом деле восстанавливаются, очень чуть-чуть. А можно добавить стволовых клеток в это место, новополученных, индуцированных клеток, которые, увидев своих собратьев, поймут, что нужно делать нервные клетки. И подобным образом восстановят нервное сообщение. Есть попытки омолаживать организмы с помощью этой методики. Вообще очень просто. Почему просто по вене не запустить этот коктейль Яманаки? Все клетки станут чуть-чуть моложе. Пытались делать на мышах и крысах. И на самом деле очень тяжело подобрать правильную дозировку. Потому что чуть больше перебухаешь, они становятся настолько молодыми, что теряют адгезию, и мышь разваливается на ваших глазах, превращаясь в огромное количество мышиных зигот, грубо говоря. Поэтому на данном этапе мы не можем себе этого позволить. Что еще можно сделать? Можно с иммунными клетками, скажем так, повзаимодействовать. И это на данный момент бурно развивающаяся технология по лечению онкологии. Все вы, наверное, слышали, а может быть, не слышали, что онкология — это очень тяжело, очень печально, очень опасно, но бывают ситуации спонтанной ремиссии, описанные многократно в литературе, когда человек болел, вообще там последняя стадия, а потом ему оба становится лучше, и буквально за несколько недель все раковые клетки погибают, все места, где они были, рубцуются, и человек покоряет Эверест. С чем это связано?
связано с тем, что у нас с вами есть прекрасная иммунная система, и ситуация, да, заболевания онкологии возможна только если иммунная система пропустила этот момент или по каким-то причинам не готова его атаковать. Бывает в очень низком количестве случаев, когда вот она спала-спала, потом что-то щелкнула, такая, блин, что я ничего не делаю, надо пора бороться. И вот эти вот механизмы клеточные достаточно быстро съедают чужеродные клетки. И идея вот этой технологии, которая называется CAR-T, помочь натренировать, скажем так, клетки нашей иммунной системы на раковую опухоль. Это тоже индивидуальная абсолютно история. У человека берут образцы клеток иммунной системы, берут образцы опухоли клеток и подбирают антитела, которые должны селективно атаковать раковые клетки по определенным измененным, скажем так, маркерам на их поверхности и не атаковать клетки здоровые. Потому что слышали, наверное, про то, что иммунная система может работать не только плохо, но и слишком хорошо, и в результате этого появляются аутоиммунные заболевания, которые, когда иммунная система начинает бороться с клетками нашего с вами собственного организма. Вот, после того, как мы получили модифицированные Т-клетки, они запускаются обратно в кровоток человека и съедают рак. Или не съедают рак. На данный момент эта процедура используется, но не могу сказать, что работает она на 100%. Бывают очень хитрые раки, которые так шикарно маскируются, что вообще никаким образом, скажем так, не отличишь. Далее, что еще есть у нас из этой темы. Я думал внести это в методы генетической терапии, но это такая промежуточная история. В 2016 году пишут, что был выпущен препарат. На самом деле, скажем так, это запатентованная технология, потому что она тоже индивидуальная. В одном из огромного количества генетических поломок, которые могут случиться с человеком, есть тяжелый комбинированный иммунодефицит. Это ситуация, когда определенные иммунные клетки не могут произвести достаточное количество факторов для того, чтобы самостоятельно развиваться. И, возможно, вы слышали истории про детей, которые с раннего детства выращиваются в пузыре. Да, они могут есть только стерилизованную пищу, потому что любая бактерия может их убить. Вот. Что научились делать? Научились выделять непосредственно иммунные клетки из организма, генетически их модифицировать измененными вирусными частицами, заставляя синтезировать тот фактор, который они не синтезировали до этого. Возвращать в организм пациента, они в организме приживаются, увеличивают свою концентрацию, и человек в плане иммунитета выглядит вполне себе нормотипично. Далее, инновационная фармацевтика. Это история, над которой интенсивнейшим образом смеются и в интернетах. Вот эту картинку сделали студенты физтеха, направление биотехнологии непосредственно. Вот, слабительное в виде ушных капель. Что это, если не инновационная фармацевтика? Вот. Тем не менее, отрасль бурно развивающаяся. Более того, мы с вами живем уже во время, когда это уже не то, что будущее, а достаточно давнее прошлое. В современном мире крайне, скажем так, популярно не любить ГМО. Да? Показывал же вам картинку с орудием сатаны, отжимающимся огурцом. Слышали историю про то, что помидорка нас всех убьет, если вы в магазине ее купите. Очень страшная картошка с геном паука. Вот. Тем не менее, почему-то никто из этих адептов и любителей немытой не ГМО-картошки не рассказывает о том, что на данный момент существует огромное количество медицинских препаратов, которые воспринимаются с нами абсолютно естественно, но они являются продуктом биоинженерных ГМО-технологий. Значит, давайте с вами посмотрим на картинку, что мы здесь видим. Инсулин, я думаю, большая часть знает, что это такое. Соматотропин, я думаю, про это должны знать те, кто учились в 9 классе в школе. Вот. И интерферон, который, возможно, вам в детстве родители в нос капали. Значит, на данный момент эти и большое количество менее известных препаратов получены в результате ГМО-технологий. Про инсулин давайте с вами поговорим. Сахарный диабет был достаточно давно известен человеку, его описали еще вот эти вот Авиценны и прочие наши патриархи. Интересным образом его предлагалось обнаруживать, нужно было мочу больного вылить на дорогу мощеную. Почему? Потому что на мочу больного диабетом слетаются мухи, она сладенькая. Вот. Но описать это одно, а как лечить, непонятно. Достаточно давно уже были описаны ошибки, проблемы с тем, что не вырабатывает инсулин, который нам нужен, чтобы сахар у нас запасался в печени. Поняли, что нужен непосредственно инсулин, где он вырабатывается, где проблемы, но где его взять.
и длительное время инсулин добывали из поджелудочных желез крупного рогатого скота. Но нужно понимать, что инсулин, это, как и другие гормоны, они выделяются постоянно в нашем организме в достаточно низких концентрациях. Мы там конфетку съели, он повысился, да, или там наоборот пробежались, и так у нас сахар мало, он понизился. Поэтому в каждой конкретной вытащенной из коровы поджелудочной железе инсулина очень мало. Необходимо переработать огромное количество этих желез для того, чтобы получить, грубо говоря, дозу на один день. Параллельно с этим инсулин является белковым гормоном, и у животных последовательность этого белка несколько иная. Она может отторгаться организм. Представляете, что у вас, грубо говоря, аллергия на единственное лекарство, которое может вам помочь. Ну и благодаря тому, что это все нужно было тяжело и долго биохимически выделять, стоимость его тоже была соответствующая. Что было сделано еще в 20 веке? Была взята человеческая последовательность ДНК, в которой хранится информация о синтезе инсулина непосредственно человеческого, внедрена в микроорганизмы, которые нам за сахарок и достаточно простой список минеральных солей начали синтезировать ее в промышленных масштабах. В результате этот препарат был удешевлен, и он абсолютно идентичен, это человеческий инсулин. Как мы можем, если вдруг вы являетесь адептами борьбы с ГМО, мы можем их узнать по слову рекомбинантный. Вот если увидите на препарате рекомбинантный, это значит, что он был получен благодаря рекомбинации, то есть перемещению ДНК из одного организма в другой. Далее, соматотропин. Аналогичная с ним история, это тоже гормон. С ним не так часто бывают проблемы, но, возможно, вы слышали про такую патологию, как карликовость. При его недостатке человек не вырастает полного функционального, скажем так, размера. Достаточно давно стало про это известно, что пытались сделать, каким образом это дело лечить, добывать гипофиз животных с убоя. Нужно отметить, что гипофиз у нас с вами размером примерно с ноготок на мизинчике. Вот это все нужно из коровок, свинок было достать, очистить, и там та же самая проблема. Он белковой природы, он немножко другой, может давать отторжение. Сейчас этот соматотропин нам синтезирует дрожжи и бактерии в огромных количествах, абсолютно человеческие. Интерферон, как фактор борьбы с вирусами, раньше добывался не из животных, там он совсем другой, добывался он из донорской крови. Если вдруг ей подходил кирдык по сроку годности, ее отправляли на завод, где этот фактор выделяли. И здесь опять-таки две проблемы. Первая, медицина очень не любит истории, когда мы из одного человека достали и в другого засунули. Это может большое количество сопутствующих проблем создать при недоочистке, еще чего-то там. Вот. Во-вторых, у нас как бы есть более лучшее приложение донорской крови, чем, грубо говоря, гематоген из нее гнать. Да? Тем более сейчас улучшились механизмы хранения, уже никто не хранит сырую кровь, ее разделяют на фракции, это увеличивает срок хранения, поэтому и интерферон на данный момент получают рекомбинантный. Давайте сами на них посмотрим, вдруг кому-то интересно. Это инсулин, белковый гормончик. Кстати говоря, да, если вы встретите когда-нибудь в своей жизни борцов с ГМО, всегда им задаю вопрос, потому что ну, вот вы какой-нибудь картошки там боитесь, а вот это же ну, явно ГМО-шмурдяк адский. И люди прям его, ну не по вене, да, внутримышечно, подкожно себе колят и как-то живут вообще. Причем на данный момент медицина продвинулась из-за того, что сроки дожития людей, которые больны сахарным диабетом, при правильной терапии, подборе всего этого дела, они практически ничем не отличаются от людей, у которых нет заболевания. И всему этому делу, этот интерферон, мы с вами должны благодарить ГМО-технологии и в том числе биоинженерию. Далее. Также слышали, наверное, историю про адресную доставку лекарственных средств. Очень интересная область человеческого знания и исследований. К сожалению, ничего удачного пока что про это дело сказать вам не могу. Концепция адресной доставки под названием «Волшебная пуля» была сформулирована Паулем Эрлихом, Нобелевский лауреат, еще, скажем так, в начале 20 века. Идея в чем? Вот мы с вами… Когда какое-нибудь лекарство принимаем, неважно как, не местно, не зеленкой мажем, а если мы делаем укол или глотаем таблетку, то нам необходимо, чтобы в месте, где непосредственно у нас должен происходить терапевтический эффект, образовалась определенная концентрация, так называемая терапевтическая. Вот. Но это создает серьезные проблемы, потому что в подавляющем большинстве случаев нам нужно создать эту терапевтическую концентрацию не только в том месте, в котором у нас непосредственно локализовано заболевание. Не все препараты прекрасно и безобидно, есть достаточно серьезные, например, химиотерапевтические препараты. Вот очень часто меня спрашивают, как вы думаете, а вот мы сейчас смеемся над медициной средневековья, где-нибудь там ртуть пили, какой-то еще ерундой занимались, а вот пройдет 100 лет, вот наши потомки будут
будут, к чему будут относиться как к абсолютному безумию. Я считаю, что это химиотерапия. Это просто самоотравление. И идея построена на том, что ты умри сегодня, а я завтра. Да? Раковые клетки, они более биохимически активны, поэтому наедаются яда чуть больше, чем все остальные. Как было бы прекрасно, если бы мы смогли доставить подобный яд только вот в необходимое место. Мы бы и печень не травили, и дешевле бы это все стало, потому что меньше вещества надо. И вообще красота, красота, красота. И действительно, исследователи над этим работают, но ничего, скажем так, более рационального, чем магнитные частицы, про это пока вам сказать не могу. Что такое? Что это такое? Мы берем частицы, которые можно, положение в теле которого можно с помощью магнитного поля управлять. Вот, пришиваем на их поверхность непосредственно терапевтическое вещество, вот, помещаем человека в магнитное поле, которым тоже можно манипулировать, и все они собираются у нас в определенном органе или какой-то зоне. Вот, планируется использовать липосомы, это такие шарики, скажем так, из жира, вот, но тоже идут они не всегда туда, куда хочется. Очень лет 5-7 назад были широко массировалась история про нанотрубки из углерода. Вот, отлично, прекрасно с ним все доставляется, но проблема в том, что у них есть свой онкогенный эффект дополнительный. Вот, тоже, скажем так, не зашло. Но, тем не менее, это бурно развивающаяся отрасль. Скорее всего, мы в ближайшие года что-нибудь интересное увидим и в этой сфере тоже. Далее. Самое наше любимое, все теперь про это знают, это биоинженерные вакцины, да, которые, значит, основаны на модифицированных вирусах или на той же самой, кстати, фрагментах, скажем так, адресной доставки или посомок с РНК внутри. Вот, когда мы вместо того, чтобы, ну, как бы история вакцинации тоже достаточно интересная, помним там, например, вакцину, кого пугали в детстве, не подходи к собаке, 40 уколов нужно делать. Поднимите руки, кто-нибудь слышал про 40 уколов? Вот, а знаете, что их давно уже не 40, нет? В зависимости от производителя, 2, 3, 5. Вот, почему их стало не 40? Потому что на заре своего появления вакцина от бешенства представляла собой перетертый в порошок высушенный мозг зараженного кролика. Вот. И это все внедряли в человеческое тело. И понятно, что основной компонент мозга кролика является мозгом кролика. Поэтому нашей иммунной системе приходилось антитела вырабатывать на огромное количество белков, большая часть из которых являлась мозгом кролика. Но они были абсолютно бесполезны, потому что вряд ли мы когда-нибудь заразимся мозгом кролика. И человеческому организму требовалось большое количество предъявлений вот всего этого, всей этой чачи, всего этого коктейля для того, чтобы выработалось достаточное количество антител, непосредственно подходящих к вирусу бешенства. Постепенно мозги научились очищать, выделять все более четко непосредственные белки вируса, и постепенно во всем мире количество необходимых предъявлений человеческому организму падало. Вот. Но это не значит, что нужно подходить к незнакомым, особенно диким животным. Вот. По-разному бывает. И у нас с вами, все мы, наверное, чипировались, да, в свое время вакциной от коронавируса. Очень много про нее было различных толков и пересуд по поводу того, что, боже мой, какой кошмар, невозможно за 2 месяца создать новую вакцину, тем более на какой-то непонятной технологии. Вот, кошмар, кошмар. Что я могу сказать по этому поводу? Я не знаю, почему информационное пространство развернулось к нам стороной, рассказывая о том, что гениальные российские ученые за 2 месяца родили шедевр. На самом деле, в центре Гамалея, про который вы, наверное, слышали, достаточно давно, десятилетиями уже занимались вопросами векторных вакцин, и первая из них была сделана в 2013 году, когда на мир напал родственный вирус, тоже коронавирус. У него была более низкая контагиозность, поэтому, когда под нее центр Гамалея сделал вакцину, заболевание как-то само покинуло нашу популяцию. Вот. И понятно, что у нас было почти 10 лет для того, чтобы исследовать эту технологию и сделать вакцину на похожий вирус, чудовищно похожий, имея старую рабочую оболочку, значительно проще, разумеется, чем делать это все с нуля. Вот.
А вот здесь я, кстати, принимал участие в тестовой группе, скажем так, исследований гамковак на себе. Вот чипировался раньше всех, потом, когда, значит, от разных мест работы, где я работу требовали справку, я приходил ревакцинироваться, и мне говорили, когда делали. Я говорил, тогда же еще не делали. Я говорю, не делали. А вот. И самое интересное из вакцинации, про что вам хотел рассказать, к сожалению, скорее всего, эта история ничем не кончилась. Вот. Но помните, что было одно время, когда каждый как уважающий себя медицинский центр обещал выпустить вакцину. Вот. Мы помним, да, «Вектор», мы помним, значит, центр «Гамалея», помним центр «Чумакова». Кстати говоря, они очень долго тянули с названием, и мы думали, и с коллегами совещались, «Гамковитвак», «Эпивак», но явно центр «Чумакова» должен назвать вакцину «Чувак». Вот. Но, к сожалению, как бы наши мысли не дошли до них и назвали каким-то неправильным именем. Вот. И в это же время появилась информация о том, что питерское учреждение делает биотехнологическую вакцину, вакцина «Йогурт». Значит, на самом деле идея эта очень давно блуждает по научной литературе, не только научной. А давайте мы с вами сделаем из пищи лекарства. Да? Ведь же ничто нам не мешает. Что было сделано здесь? Вообще это может сделать третьекурсник, четверокурсник на самом деле. Была взята молочнокислая бактерия, с помощью которой делаются различные йогурты, творожки. Был очень легко изменен ее геном, и туда, да, добавлен был тот самый знаменитый теперь всем спайк-белок коронавируса, который должен был презентироваться на ее поверхности. Да, если употреблять этот белок через пищевой тракт, а не колоть под кожу, иммуногенность должна бы быть значительно ниже. Но тем не менее этот йогурт можно есть и есть, и наедать себе антитела, по самому не балуйся. Вот. К сожалению, последнее сообщение, про которое, ну, публикация, которая есть про подобную вакцину, она про переход на испытания на животных. С тех пор про нее ничего не слышно. Вот. Либо не выделено финансирование, либо ничего не получилось, так тоже бывает. К сожалению, ученые не публикуют негативные результаты. Очень бы интересно было бы посмотреть на это дело. Вот. Но идея пищи как лекарства, она действительно витает в воздухе. Представьте себе, что, например, там, не знаю, различные биодобавки не в пузырьках с разных странных сайтов можно заказывать, а покупать в магазине, там, я не знаю, яблоко с селеном, например, каким-нибудь, да, белком его содержащим. Или, например, зелень с пищеварительными ферментами тонкого кишечника, при этом панкреатите, еще что-нибудь. Вот откусили вы шашлычок, заели генномодифицированным укропчиком, все прекрасно переварилось, и как вот эта стрелочка в рекламе йогурта, да, в правильное место продвинулась. Вот. Скорее всего, это тоже будет, но пока что только йогуртовая вакцина не случилась с нами, как было прекрасно. Заходите, там, значит, йогурт с бананом, клубничный, с коронавирусом, да, или сезонная линейка йогуртов с гриппом. Вот. Прекрасно и замечательно в каждом дворе. Далее, завершая свое повествование и переходя к вопросам, хочется, все-таки мы должны рассказывать про будущее развитие. Есть определенные тренды, которым следуют исследователи, связанные с медицинскими технологиями. Все это можно кратко сформулировать как 5P. Да, персонализированная медицина, и на данный момент у нас есть очень много орудий, скажем так, в эту сторону направленная. Известны полиморфизмы генетические, когда на одного человека это лекарство действует лучше, это хуже. Вот, уже сейчас мы готовы на самом деле создавать базы. Вот, очень много данных по этому поводу. Предиктивная, она же предсказательная. Рассказывали мы с вами про историю о том, что у нас у всех разный геном, да, и мы можем достаточно четко целый спектр заболеваний предсказывать вероятность у одного больше, у другого меньше. Превентивная, то есть профилактическая, партисипаторная. Здесь, к сожалению, биоинженерия бессильна, но если только, представляете, можно было бы самостоятельно выращивать себе свинью со своими собственными органами. Вот. И, разумеется, настрой пациента на результат. Так, значит, на этом моменте у меня все. С радостью отвечу на ваши вопросы. Что-то мне захотелось в 57-й школе поучиться. Это отличная лекция. Поднимайте руки, вот, и по очереди будем к вам подходить. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию, все очень было интересно. Хотел бы задать два вопроса, если можно.
Во-первых, существует ли, так, я всем тогда объясню, существует явление РНК-интерференции, когда мы используем малые РНК, чтобы убирать, например, патологическую РНК каких-то там белков, которые, например, синтезируются в слишком большом количестве. А можем ли мы встроить эти малые РНК, например, в вирусы и использовать их, например, для генной терапии? Значит, да, отмотаю, спасибо большое за вопрос, отмотаю. Все, у меня ничего не мотается, что произошло? Верните. Сделай, чтобы не было. Значит, ладно, без стимульного материала обойдемся. Да, рассказывал я вам про один из препаратов, который снижает количество амилоидных вот этих конкреций в организме. Именно с помощью РНК-интерференции дело происходит. Внутрь частиц вставляют необходимые малые РНК, которые на стадии синтеза матричной РНК ее уничтожают. Разумеется, подобные механизмы, как в естественной ситуации, они немножко подтекают, скажем так, мы не можем с помощью интерференции на 100% избавиться от этого белка, но интенсивность его синтеза, интенсивность экспрессии существенным образом падает, и, соответственно, время жизни и здравствования этого человека увеличивается. Спасибо. Я, если можно, второй вопросик задам. Вот вы говорили про проблему, что клетки на поверхности вот этой подложки двумерной, они не хотят заходить в более глубокие анаэробные слои. А можно ли, например, сделать генетически модифицировать эти клетки, чтобы, например, как бы условно навесить какие-то маркеры на эти внутренние слои, чтобы они вот как-то даже хотели к ним туда попасть? Чтобы у них со свистом отлетела кукушка, и они начали предпринимать суицидальные действия. Да. Значит, смотрите, идея хорошая, если честно, не сталкивался с этим делом. Более того, в чем проблема? В том, что есть, конечно, методы самостоятельно синтезировать эти матриксы. Вот, но получается не очень хорошо. Мы с вами используем матриксы природные, которые мы с вами отмыли. Соответственно, нужно там каким-то образом внутрь внедряться и подобные сигнальные, скажем так, молекулы заводить внутрь. А поверх каким-то образом оставлять без них, либо с меньшим количеством. Вот, идея, я думаю, интересная и кем-то разрабатываемая, но, на мой взгляд, крайне трудоемкая и сложная. Очень много что может пойти не так. И тишина. Тимур, да, спасибо за лекцию. Представьте, к вам приходит человек из правительства и говорит: родине нужно вырастить человеческое сердце, полноценное, рабочее. Как вы считаете, какие проблемы нужно решать, чтобы этой цели достигнуть? Ресурсы не ограничены, деньги не ограничены, время не ограничено. Вот просто как вы считаете, по каким направлениям нужно бить, чтобы это стало реальностью? Ужас какой. Значит, когда ничего не ограничено, это на самом деле достаточно серьезная проблема, потому что большая часть подобных технологий, она упирается в этику. И в подавляющем большинстве случаев с этими этическими ограничениями я согласен. Мы с вами помним еще совсем недавно, сколько там, 80 лет назад, были у нас ученые в Германии, у которых было ничего не ограничено, и в Японии были ученые, у которых было ничего не ограничено. И, например, благодаря абсолютно бесчеловечным опытам выяснилось, то, что когда человек замерзает, нужно затылок сохранять. Вот если на вас надевали спасательные жилеты, то там везде подушечка сзади. Зачем это нужно? Если человек замерзает, и приподнять голову, он на несколько часов дольше сможет в воде... Не в этом кровожадном смысле, Тимур, вот. Не в этом. Значит, смотрите, основная здесь, на мой взгляд, проблема. Нам необходима повторяемость в научных исследованиях. Да? И вот в ситуации по последней истории пересадки вообще было непонятно, от чего человек умер. Да? То ли от старости, то ли от еще чего-то. Наверное, если убрать вот этот этический момент, есть большое количество технологий, которые требуют экспериментального подтверждения. Возможно, при неограниченных финансовых бюджетах можно было бы попробовать там, я не знаю, каким-нибудь буином или гориллом попересаживать эти сердца. Это бы нам очень сильно помогло. Достаточно близкие нам организмы. И, например, тот же цитомегаловирус мы бы на горилле бы или на буине поймали. Вот. Но это все очень тяжело и дорого. И опять-таки, вот кроме, как есть одна поговорка, даже если вы заставите забеременеть 9 женщин, то ребенка за месяц вы не получите. Да? Вот. Нам нужны не только неограниченные финансы, но и неограниченные бабуины. Вот, потому что даже имея неограниченное количество средств, вырастить их тоже достаточно дорого. Долго. Да.
Тимур. У меня. Да, спасибо большое за лекцию. Очень интересно было. Я совсем не из профильной вот этой вот сферы, поэтому вопрос скорее такой житейский будет. Я когда-то давно в детстве смотрел выпуск «Галилео», где рассказывали про биологические различия между спринтерами и марафонцами. Там, по-моему, что-то с кровью было, я, если честно, точно не помню. Вот, и я за время жизни, ну, склонился считать себя спринтером, потому что какие-то долгие занятия спортом на длинные дистанции какие-то даются гораздо тяжелее, вот, чем короткие, но интенсивные. Поэтому вопрос, можно ли методами биоинженерии какими-либо превратить спринтера в марафонца и наоборот, марафонца в спринтера. Спасибо. Интересный очень вопрос. Значит, если коротко, то да, можно. Более того, есть такая отрасль, как спортивная генетика. Очень часто на этом любят паразитировать разные шаманы, чудо-целители и другие шпагоглотатели и шарадуи. Вот. Но, возможно, вы видели рекламу, которая всплывает очень часто про генетическое тестирование. Вот есть у нас целый спектр возможных направлений, по которым можно себя протестировать. Медицинская генетика прям крайне полезна. Значит, происхождение себя, сколько у вас генов неандертальцев, тоже достаточно достоверно, правда, непонятно, нафига нужно. Вот, у меня, например, недавно выяснилось то, что у меня шведская митохондриальная ДНК с самой большой встречаемостью в городе Уппсала. Вот, очень интересно, вот, что мне теперь с этим сделать, кроме как... Я теперь всем рассказываю, что раньше я думал, что Бог один, а выяснил, что Бог один. Вот. Поэтому, да, я немножко викинг. Вот. А есть так называемый жанр развлекательная генетика. Прям в статьях так и пишут. Это вот если вы видели, значит, узнайте, на сколько процентов ваш ребенок бизнесмен. Или определим генетические способности игры на скрипке и прочее, прочее. Вот. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев у этого есть какое-то там вот накрученное, натянутое на глобус обоснование из полутора статей. Но что касается непосредственно нашего с вами функционирования и спорта, то можно и найдены очень качественные маркеры. Значит, связано это с строением мышц, с факторами непосредственно, которые определяют максимальный объем вашей мышечной массы. В ситуации стайеров, например, есть у ряда народностей повышенная вероятность мутации в миоглобине. Это белок, который находится в наших мышцах, запасает кислород в процессе, когда вы никуда не бежите. Потом, когда вы начинаете бежать и не хватает кислорода, который поступает с кровью, он начинает выдавать мышцы кислород запасенный. Понятно, что если чем больше у вас миоглобина, тем дальше вы убежите. Вот. Поэтому, если кто-то очень сильно захочет, будут неограниченные бюджеты, и мы с вами, значит, снимем все ограничения этические, то да, это возможно. Но это имеет смысл делать непосредственно на стадии еще одной клетки, потому что ни одна на данный момент ДНК-технология генетическая не способна модифицировать все клетки необходимой ткани. Замены идут достаточно точечно, не более чем необходимо для того, чтобы какой-то фермент там или другой начал синтезироваться. Этого, к сожалению, будет недостаточно. На тему как раз спорта буквально недавно появилась новость в этом году про то, что какой-то бизнесмен хочет сделать что-то вроде Олимпийских игр, только в которых разрешены все допинги, вот, возможные. Вот, для того как раз, чтобы посмотреть... Ну, сколько будет трупов. Ну, опять же, кто знает, может быть, спортивный генетик там примет свое участие и победит в итоге, потому что кто-то выживет. Вопрос по поводу как раз генетики. Вот в нашей трансляции задают вопрос Александр Зинин. Добрый вечер. Вы сказали, что у вас на компьютере есть ваш геном. А где вы его делали и какой программой пользуетесь, чтобы посмотреть полиморфизмы? Значит, могу я называть бренды, скажем так? Можно, это не реклама. Значит, не реклама, проект 100 тысяч геномов. Вот, более того, я туда попал бесплатно, по блату. В моменте, когда они запускали свои мощности, необходимы были добровольцы, которые сдадут свой анализ. И так как я уже настолько стар, что у меня уже есть студенты, которые стали выпускниками, один мой студент работает в этом проекте, и когда они начали искать добровольцев, он мне написал, сказал, приносите свою кровь, Тимур Александрович. Вот, я принес, получил непосредственно
данные. Вот. Про какие-то программы посоветовать вам не могу, потому что все-таки хвастовство. В свое время я закончил школу анализа данных Яндекса немножко. Вот. Поэтому я обычно ищу, нахожу в статье, например, какие-то полиморфизмы, ищу и ищу принудительно, скажем так, с помощью кодинга. Питон я использую, питон. Спасибо. У меня вопрос молочных зубов. Почему маленьких детей вместо выпухших появляются новые молочные зубы? В смысле, дважды молочные? За молочными молочные? Нет, нет. Зуб выпал, а потом у него молочный зуб вырастает вместо него. Коренной непосредственно, ну, да? Ну да, и передний, и какой-то там задний. Вот. Значит, в человеке заложена вот эта функция. Смотрите, да, разумеется, заложена. И моменты. Почему вот по достижении там, после 10 лет уже у ребенка эта функция пропадает? Почему? Значит, смотрите, потому что ответ, который не нравится, когда дают биологи, потому что так пошла эволюция. Значит, изначально еще внутриутробно у нас, значит, формируются молочные зубы, и глубоко в челюсти или на верхней челюсти в гайморовых пазухах закладывается часть зубов коренных. В первые годы жизни ребенка закладываются 6 и 7, кажется, зубы, или начиная с 5, точно не помню. Вот. Впоследствии, в процессе дифференциации ткани, у молочных зубов рассасываются корни. Вот, они выпадают, и ткань выталкивает зубы непосредственно коренные наружу. Вопрос, я думаю, почему вот нельзя, вот, чтобы когда выпал еще вот этот вот коренной, чтобы там еще один коренной вырос, да, еще один коренной вырос. Вот. К этому мы постепенно биоинженерно движемся, но для этого требуется больше зачатков, больше непосредственно тканей. Более того, существуют организмы с разным количеством смены зубов, и в эту сторону биоинженеры тоже думают. Например, у слонов, ну, кроме бивней, есть еще непосредственно жевательные зубы, у них, я точно не помню, то ли 6, то ли 8 смен зубов за жизнь. Представляете, как удобно, да? Зуб, который стерся, он постепенно выдвигается чуть вперед, выпадает, вслед за ним выдвигается, значит, новый зуб. И так пока смена зубов не кончится. Но проблема в том, что нам всем всегда мало, и слонам тоже мало, и в подавляющем большинстве случаев они умирают еще абсолютно дееспособные в почтенном возрасте, потому что им нечем кушать. Вот. Но, значит, проблем, чтобы кто-то занимался непосредственно генетическим редактированием в надежде сломать эту систему и заставить зубы образовываться вновь и вновь, я, признаюсь, не слышал. Потребуется просто весь геном пропустить через мясорубку для того, чтобы этого добиться. Ответил на ваш вопрос? Не понял или нет? Новых зубов. Спасибо большое за лекцию, очень интересно. Вот у меня вопрос про биопринтинг. Когда вы говорили, что вот печатаются клетки некоторые, то они просто не выдерживают вот той нагрузки. Отсюда вопрос, нельзя ли поместить вот эти напечатанные или модифицированные клетки в какую-то среду и потом там постепенно повышать вот эту нагрузку, чтобы в конечном итоге их можно было приспособить, вот пересадить в организм вот с таким, ну, нам привычным функционированием активным. Спасибо. Пожалуйста. В Баракамерон или куда-то еще. Значит, смотрите, как происходит процесс биопринтинга. У нас есть какой-то гель, который должен эти клетки все связывать. И, ну, грубо говоря, как в принтере, вместо чернил гель, в котором есть определенная концентрация этих клеток. И мы капаем одной клеточкой, капаем другой клеточкой. Эти клетки находятся обмазаны этим гелем со всех сторон, скажем так. А далее необходимо, чтобы за отведенное время жизни клетки, эти клетки, часть этого матрикса прогрызли и адгезировали друг с другом, часть оставили, модифицировали в своей собственной подложке. Вот, все это время им нужно дышать, двигаться. Я не знаю непосредственно про изменение сред. Сам этот гель, он содержит питательные вещества и все остальное, но проблема в том, что большие органы имеют толщину. И туда необходимо, чтобы вещества диффундировали. И диффундировали обратно. А невозможно одновременно создать очень, пока что невозможно, крайне хорошо работающую инфраструктуру, которая бы это все дело снабжала. Вот. Разумеется, подбираются среды для этих клеток, чтобы удлинить их время жизни, пока они не заработали самостоятельно. Вот. Но пока что ничего удачного, скажем так, я из этого не встречал.
Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Вы рассказывали про технологии, они в основном используются как лекарство, как восстановление чего-то, приведение в норму. А есть ли технологии, которые прям улучшают, то есть дают какие-то свойства, которых не было? Ну и вообще, как к этому относится сообщество, правительство? И если что-то такое есть, то что наиболее яркое, интересное, перспективное? Значит, отличный вопрос. Смотрите, в основном все относятся негативно к этому, кроме Китая. Сейчас расскажу. Проблема в том, что даже когда мы пытаемся вернуть что-то, откатить назад, сделать, чтобы не было, там, победить старение, даже здесь мы сталкиваемся с огромным количеством непредсказуемых результатов, как вот с историей с цитомегаловирусом свиньи. А если мы с вами начнем не вот эту площадку, не пройдя, начинать двигаться дальше, то это принесет огромное количество жертв. Значит, ходят слухи, ну не только слухи, о том, что большое количество грантов выдается в Китае на исследование различных полиморфизмов, связанных, например, с интеллектом, да? Или с какими-нибудь выдающимися способностями. Чтобы можно было бы, вот приходишь в центр планирования семьи, и кроме того, чтобы вот потерли непосредственно все проблемки, чтобы он еще умненький был и там очередную ракету в космос отправил. Вот. Но это вызывает очень большие технологические трудности. Значит, смотрите, в подавляющем большинстве случаев у нас поломки, ну, серьезные поломки, чаще всего они вызваны там одним или несколькими генами. А если мы с вами заходим в сторону улучшения, особенно какого-нибудь количественного фактора, то здесь, скорее всего, будет полигенное наследование. Значит, например, всем для нас, ни для кого из нас не секрет, что рост человека наследуется. Да? Мы видим это, можем проследить, например, своей семьи, зайдя в метро и прочее, прочее. Тем не менее, мы до сих пор не знаем, как он это делает. Значит, на данный момент известно порядка 400 генов, которые вносят свой вклад в рост, и эти 400 генов, они объясняют не больше 1/5 дисперсии по росту. То есть где-то есть еще 4 на 400, сколько будет. Вот. И для того, чтобы эффективно, например, даже изменить рост будущего ребенка, нам необходимо вносить изменения в большое количество этих генов. Скорее всего, с интеллектом история будет та же самая. Если вы захотите там вырастить дополнительную пару конечностей и на крыльях улететь в бесконечность, то это нужно все перепахивать. По самому не балуйся, мы даже не знаем, как к этому вопросу на данный момент подходить. И параллельно с этим методика модифицирования клеток, она еще упирается в, кстати, очень хороший, интересный вопрос с практической точки зрения, в то, какое количество мест мы можем изменить в геноме одномоментно. То есть вот есть у нас зигота, да, нам нужно внести, например, в 400 генов вставки, это 800 штук. Вот, на данный момент больше 7-8 не получается. Причем каждое следующее начинает работать несколько хуже, чем предыдущее, потому что все вот эти системы, они мешают друг другу. Вот, поэтому, скорее всего, нет, пока что это невозможно. Разумеется, про это пишут и говорят, но я думаю, что я не доживу. Добрый вечер. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос больше про природный биоинжиниринг. Вот у прокариот встречается такое явление, как горизонтальный перенос генов. Вопрос, сохранили ли вот эту способность митохондрии как бывшие прокариотические организмы? Знаете вы что-то про это? И есть ли какие-то, может быть, аналоги у эукариотических клеток вот подобных процессов? Спасибо большое. Значит, прям направленного нету. Потому что, давайте с вами поясним, горизонтальный перенос генов у прокариотических организмов самый распространенный, это когда у клетки случаются какие-то проблемы, не знаю, фенол налили в среду или там в луже, пролился бензин в лужу, вот, клетка понимает, что, она, что ей нехорошо, и она начинает со всех сторон хватать куски ДНК, оставшиеся от других организмов, затаскивать в себя в надежде, что она найдет тот фермент, тот ген, который ей поможет выжить. Вот, таким образом, кстати, один из методов генетической модификации бактерий называется модификация голоданием, когда клеткам дают крайне бедную среду и сыпят туда нужное ДНК. И она в надежде, что она сможет себе помочь, делает ее частью своего генома. Вот, в таком варианте нет. Значит, про митохондрии вопрос хороший, я не слышал. Более того, митохондрии, в принципе, эволюционировали в сторону уменьшения генома. Там вообще практически ничего не осталось, и совершенно точно там в геноме митохондрии нету белков, которые могли бы этот горизонтальный перенос обеспечивать. И вообще большая часть белков, которые обслуживают митохондрию, перекочевала в ядерный геном. Если говорить про нас непосредственно как про организмов, у нас огромное количество есть чужеродных генов, все мы ГМО. Здесь есть несколько хрестоматийных
примеров. Например, все мы слышали, что мы являемся плацентарным млекопитающим, у нас есть плацента. Да, есть сумчатые, у которых плацента нету, поэтому они не могут длительное время в утробе содержать малыша, он рождается размером с виноградинку, и, в общем, там много проблем с этим делом связано. Так вот, один из белков плаценты является бывшим вирусным белком, который отвечал за обманывание иммунитета, от него прятался. А все мы, я надеюсь, в аудитории знаем, что плод внутри матери является с точки зрения биологии ничем иным, как паразитом. Да? Посудите сами, это организм с другими генетическими последовательностями, который за здоровый живешь, соки из мамы пьет. Вот. И если не было бы дополнительных механизмов защиты, то ничто не мешало бы маминой иммунной системе атаковать плод. Более того, часто такое и происходит. Хвост у нас, например, отвалился благодаря интервенции мобильного генетического элемента в ген, который отвечал за ранний этап формирования того самого хвоста. Пользуемся мы для горизонтального переноса не своими собственными механизмами, а в этом нам помогают различные вирусы, которые ретровирусы, которые проходят через стадию встраивания в геном, и очень часто при перекочевке из одного организма в другой они могут ошибиться и взять с собой кусочек ДНК предыдущего организма, запаковать в свою вирусную частицу и, внедряясь в организм новый, туда этот ген перенести. Есть достаточно интересные живые организмы, коловратки, возможно, вы помните со школьной программы, такие маленькие непонятные штуковины, которые, у них нет мальчиков, там только девочки, они размножаются с помощью партеногенеза, и обычно виды, которые переходят к партеногенезу, они эволюционно обречены, потому что нет возможности рекомбинации генома, и в итоге это приводит к вырождению в ситуации, когда условия меняются, нет возможности изменчивости, а у коловрата какое-то сумасшедшее, вообще бессмысленное, неподсчитываемое количество видов. И относительно недавно выяснилось, что у них есть специальные белки, которые не для этого были изначально сделаны. Сделаны они были для восстановления генома коловраток после высыхания. Живут они в мелких водоемах, высыхают. В процессе высыхания ДНК ломается. Есть там специальный белок, который это ДНК восстанавливает, сшивает после того, как коловратка опять намокла. И параллельно с этим, умея сращивать ДНК друг с другом, в геном коловраток попадает все, что мимо проходило. Там огромное количество ДНК водорослей, бактерий, каких-то там других организмов, в общем, все, что это, аквалангисты и креветки. И благодаря этому они получают дополнительное биоразнообразие с помощью вот найденной рядом ДНК. Но это, наверное, такой самый фантастичный, выпуклый пример среди многоклеточных организмов, который мне известен. Спасибо, была очень интересная лекция. Так вот, есть вопрос. Клетки, которые еще не дифференцировались, как они понимают, чем должны стать их потомки впоследствии? То есть рукой, ногой? То есть почему не происходит, условно, что у какого-то организма не появляется три ноги, условно? Спасибо большое. Во-первых, происходит. И значительно чаще, чем хотелось бы. К сожалению, ответить на ваш вопрос может, например, семестровый курс эмбриологии. Покороче, вряд ли получится. Но на самом деле существует огромное количество факторов. Как факторов соседних клеток, которые при этом подсказывают друг другу, так и, скажем так, микросредовых факторов. Потому что если в процессе дифференцировки какая-то клетка оказалась на изгибе, например, на нее действуют какие-то физические факторы, она может непосредственно специализироваться в другую клетку. Далее, непосредственно еще в самой зиготе находятся градиенты концентрации различных веществ. Что такое градиенты, я думаю, понятно. Чуть-чуть побольше, побольше, побольше и побольше. Они направлены под углом друг к другу, и в процессе, когда первоначально клетка делится, дочерние клетки получают разную концентрацию этих сигнальных веществ. В результате чего у клеток уже есть, грубо говоря, маркеры, которые будут им говорить о первоначальных этапах дифференцировки. По поводу того, что почему не получается три ноги. Значит, иногда получается, бывают ситуации. В процессе бывают ситуации, например, есть интересные паразиты лягушек, которые проникают к ним в организм и начинают выделять факторы, которые заставляют у них гиперобразовывать задние конечности. Кстати говоря, этих лягушек тоже очень часто можно найти по запросу ГМО «Орудие сатаны». На самом деле это абсолютно естественная история. Одним из хозяев этого паразита являются птицы, которые лягушками питаются, и им необходимо
снизить приспособленность лягушек. Лягушка с 18 задними лапами с трудом перемещается, поэтому цапля быстрее ее съест. Да, паразит прокрутится. Вот. Ну, в общем и целом, я думаю, если выделить основные, это исходные градиенты концентрации зиготы, это факторы близлежащих клеток, которые договариваются друг с другом, и это внешние физические факторы в зависимости от того, в какой стороне эмбриона, значит, какие факторы действуют на клетку. Пожалуйста. Добрый вечер, Тимур Александрович. Спасибо большое за лекцию. Хотел задать вопрос по технологии CAR-T. Вы говорите, что делаются антитела именно к опухоли, как я понимаю. Учитывается ли при этом микроокружение опухоли, как раз из-за которого организм и не видит опухоли, в принципе? Спасибо. И почему бы не сделать именно мишенью микроокружения опухоли, которая именно лояльна новообразованию? Спасибо большое. Значит, вопрос онкологии – это очень сложный вопрос. И более того, мы сделали недавно большой шаг вперед, потому что раньше у нас была классификация, все вы слышали, там, не знаю, миомы, саркомы и прочее-прочее. Вот, выяснилось то, что внутри одной этой группы существуют десятки разных заболеваний, которые дают внешне одну и ту же картину, но там произошли разные перестройки. Во-вторых, каждая опухоль, она гетерогенна. Есть такой термин, говорящий о том, что там постоянно происходят дальнейшие изменения, и клетки мутируют, и, кстати говоря, эволюционируют, как пишут в статьях, от плохого к худшему. Это тоже вариант эволюции. Вот. Есть мерзкая особенность опухолей, как вы правильно сказали, мне очень нравится термин, они рекрутируют здоровые клетки, заставляя, обманывая, обхитряя работать их на себя. Вот. Но не являюсь специалистом по CAR-T, но смею предположить, что клетки эти по своему эпитопу, да, внешней поверхности, к сожалению, ничем не отличаются от клеток здоровых. Они просто, ну, как клетки глии, помогают нервным клеткам, да, также их окружают, питают. Опухоли шикарнейшим образом продуцируют, стимулируют ангиогенез, прорастание внутрь себя новых кровеносных сосудов. Вот. Интересный вопрос, я постараюсь его уточнить, но чисто так навскидку я подозреваю, что не можем этого сделать, иначе съест все. Друзья, время у нас уже заканчивается, мы даже вышли немножко за пределы, поэтому давайте два последних вопроса. Вот сейчас молодой человек и женщина, я вижу, очень давно тянула руку. На этом мы завершим, к сожалению. Вот, поэтому давайте закругляться. Тимур, спасибо вам большое. Не могли бы вы рассказать, какие есть разработки в биотехнологии, связанные с лечением аллергии? Ой, очень сложно. Значит, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Сейчас буду страсти рассказывать. Давайте углубимся в этот вообще в процесс аллергии. Аллергия — это, скажем так, ошибка нашего организма, сбой иммунной системы, когда мы вместо того, чтобы атаковать вирусы, начинаем атаковать, не знаю, пыльцу. Вот, чем не мишень. И по современным данным, чем в более, скажем так, городском, рафинированном климате проживает ребенок, тем больше у него шансов стать аллергиком. И очень часто можно на форумах мамочек сказать, вот, это все загрязнение, это пукают машины и прочее-прочее. На самом деле не так. Связано это, по всей видимости, с тем, что мы с вами взяли и избавились от паразитов в нашем организме. Потому что за реакцией аллергически отвечает отдельная группа иммунной системы, так называемые иммуноглобулины Е, которые в норме должны бороться с простейшими паразитами, с червяками и со всем остальным. Вот, мы с вами достаточно давно живем без червяков, и эти иммуноглобулины сидят такой, блин, нечем заняться. О, пыльца. Поехали. Вот. И есть интересные методы, которые сейчас разрабатываются. А почему бы не взять и не вернуть человеку паразитов, горячо любимых, с которыми мы миллион лет вместе жили, и как это нормально. Вот. Долго искали червячка поинтереснее и
выбрали паразита, который называется анкилостома. По-русски это кривоголовка. Это более южных регионов товарищ, который попадает в человеческие, не только человеческие тела, через стопы. Если вы в жаркой стране ходите босичком по пляжу, вот, а там рядом какая-нибудь собачка покакала, есть шанс того, что вы их себе подхватите. Вот, далее они пробуривают пятки, стопы, через кровоток попадают в кишечник. И почему их выбрали? Они 2 недели живут в кишечнике и дальше эвакуируются скаловыми массами, нигде не застревают. Но оказывают очень хороший эффект на нашу иммунную систему. Все туда антитела сгруживаются, и как давай бороться с этими червяками. Нет, что предлагается делать? Если у вас аллергия на какая-нибудь пищевая, рыба там, или арахис, еще что-то в этом духе, то вам постоянно придется поддерживать определенное терапевтическое количество этих паразитов. Если же у вас сезонная аллергия, вот сейчас у меня есть очень много знакомых, которые ездят в аллерготуры, так называемые, да? Когда там в Москве или где-то цветет береза, нужно отъехать либо севернее, где она еще не цветет, либо южнее, где она уже не цветет. А, вот. А можно было бы прийти в клинику, вам там дают журнальчик, дают такой лоточек с почвой, как по типу кошачьего лотка, где находится почва с определенным количеством вот этих вот личинок. Вы туда ножки ставите, журнальчик считаете, грубо говоря, 15 минут. По времени изначально оценивается, чтобы было заражение пропорциональное. Вот, влажной салфеточкой пяточки протираете, и 2 недели никакой аллергии. Вот. Это непосредственно про биотехнологические истории. Но, в принципе, да, диализ помогает очень сильно, но он помогает от любых антител. Известно, что вот если у вас есть там иммунитет к чему-то, к чему, чем редко болеют 2 раза, там ветрянка или еще что-то в этом духе, можно его потерять при серьезных кровопотерях, например, потому что вы выливаете, грубо говоря, клетки памяти. Вот. И можно почистить себя от всех антител в своем организме, включая и те, которые продуцируют непосредственно аллергию. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое за просветительскую лекцию, но у меня чисто обывательский вопрос, который, в общем-то, я давно живу на свете, обсуждается в кругу бабушек. Вопрос такой, что за последние годы у детей очень выросли размеры рук и ног. То есть, ну я не знаю, исследовал ли кто такие проблемы, но они есть. Если мы росли, у нас у девочек был 35-й, 37-й, максимум 38-й размер, то сейчас девочкам иногда 45-й размер, извините, покупают. У наших пап был 42-й размер, у наших детей 45-й размер. Если раньше пианисты выходили, студенты играли в консерватории с нормальными руками, и детей не брали в музыкальное училище, потому что размер руки иногда не доставал, теперь таких проблем, в общем-то, нет. А если вы посмотрите на китайцев, которые учатся в консерватории, то они с огромными руками выходят, которые им мешают просто играть. И они не позволяют им даже частоты звука достигнуть. Вот исследовал ли кто-то такие обывательские проблемы? Или это считается, мне кажется, что это уже какое-то не искусственное, а естественное изменение генов. И чем это? Может быть, это пища, может, это лекарство, может, это, я не знаю, изобилие белка, но это проблема. Я думаю, мы поняли вопрос. Да, примеры можно приводить бесконечно. Вам повезло, это вообще не про биоинженерию, но у меня есть ответ на ваш вопрос. Данные феномены исследовались, и связано это с тем, что мы слишком хорошо живем. Есть такое понятие, как норма реакции в биологии. Один и тот же генотип, помещенный в разные условия, будет реализовывать себя по-разному. Пример стандартный, который в школе приводят. Мы берем корешок одуванчика, разрезаем его на 2 части, одну сажаем в чернозем, куда-нибудь в Воронеже, а второй втыкаем в в щебенку на железнодорожной линии. Понятно, что в черноземе одуванчик отрастится огромные лопухи, да, и будет себя прекрасно чувствовать. А тот, который между камней растет, будет такой хиленький и кривенький. Человечество увеличивается в размерах. Да? Это говорит и про рост из поколения в поколение. Мы становимся выше и выше, ну и, соответственно, пропорционально все другие части тела связывают это с витаминами. Ну, понятно, с увеличением белка в рационе и с витаминными добавками, которые обязательно нужно кушать, кушать и поливитамины и так далее и тому подобное. Есть серьезные проблемы, связанные с ростом, потому что, например, полки плацкартного вагона, они делались под людей другого роста. То, что вы туда не помещаетесь, это нормально, они не для нас созданы, они под предыдущие поколения были спроецированы. И касаясь этого вопроса, еще также хочется отметить другую тенденцию.
связанную с бесконечным количеством брекетов вокруг, возможно, вы замечали, да? И очень часто это не просто потому, что родители хотят в нельзя грамм выложить, что вот мы тоже о ребеночке заботимся, ему скобки поставили. Это связано с тем, действительно, с каждым годом все больше и больше ортодологических проблем встречается у людей. Это связано, наоборот, не с количеством питания, а с тем, что дети едят значительно более рафинированную пищу, чем раньше. Наша челюсть растет в процессе нашего детства. И для того, чтобы челюсть раздвигалась, увеличивалась, зубы раздвигались, необходимо вгрызаться в плоть мамонта. Вот. А если до 17 лет высасывать пюрешку и смузи, вот, то просто физически, да, зубам не хватает места. Ой, давно я так не смеялся, на самом деле, на лекциях. Недостаточно прекрасно. Недостаточно. Кушайте дальше. Вот это, наверное, мы, ну, похожий пример, это те же самые китайцы. Ну, то есть раньше у них поголовно была непереносимость лактозы, а сейчас у них такой проблемы нет, просто потому что они тоже гораздо лучше стали питаться. И вместо 160 средний рост, они теперь 180. Вот. Да, все страны растут. Вот, да. Так, давайте мы поблагодарим Тимура за прекрасную лекцию. Да. Думаю, выражу общее мнение, что одно удовольствие просто слушать, да еще и смеяться. Спасибо. Теперь тебе требуется выбрать три самых интересных вопроса. Это очень сложно, к этому меня жизнь не готовила. Если вы видели, пока мне задавали следующий вопрос, я записывал тему предыдущего, поэтому не смотрел на вас, прошу прощения. Значит, давайте мы наградим человека, который спрашивал про перспективы улучшения. Кажется, вы, да, про перспективы улучшения нас. Выходите, да, пожалуйста. Под бурные аплодисменты. Дальше. Да. Далее вопрос про специализацию клеток. Очень интересный, на мой взгляд, не по, скажем так, возрасту в хорошем смысле этого слова. И вопрос, который я, к сожалению, не осветил в лекции, а стоило бы, тема хорошая, это вопрос про аллергию. Так, Тимур, ну еще тебе. Я не задавал вопрос. Ну, за лекцию от Курилки Гутенберга. Спасибо большое. Тоже книжица. Вот. Выходи, и общая фотография. О, боже мой милостивый. В формате вспомним всех поименно, да? Куда? И пакет, без пакета, конечно. Покажу без пакета это фото. Кто вообще фотографируется без пакета? Отлично, ритуал соблюден. Спасибо за прекрасные вопросы, можно садиться. Давайте еще раз поблагодарим Тимура, очень понравилось. На этом мы заканчиваем. Большое спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Очень надеемся, что вам понравилось. Если вам понравилось, подписывайтесь на все каналы, которые здесь указаны. Ну и, естественно, на Курилку Гутенберга, куда уж. И следите за анонсами будущих мероприятий. Будем вас ждать. Как спасибо. Я всегда говорю, если понравилось, рекомендуйте друзьям, если не понравилось, рекомендуйте врагам. Так, немножко для понимания, что за каналы здесь указаны. Первый QR-код — это канал Медтеха, где выходят все анонсы следующих лекций, а два остальных — это каналы Тимура. Первый — это Телеграм-канал. Заходите, очень интересно, очень понятным, простым языком. А третий, самый последний — но не по значимости. Это YouTube-канал, где тоже очень много интересной информации, поэтому обязательно сохраняйте себе. И если нам лектор позволит, мы опубликуем презентацию в нашем канале. Можно? Да, конечно, пожалуйста. Вот, поэтому все найдете там. Да, ставьте лайк, колокольчик, подписывайтесь. Все. Всем пока.